И продолжаем. Наша компашка увеличивается. И мы идем дальше. Ну ладно, вы ушли. Ну и слава богу. Стою. Ну, насчет легкой смерти. Я бы, знаешь... Я бы столь уверенным не был. Так, что у нас тут? Вы уж извините, я тут немножко сейчас рассеянный буду, потому что я тут пока отсутствовал, сгонял по делам. Еще кое-что сделал. Вот, рукавица разгрома. Давайте-ка глянем. Вот они. Гладиатор. Вот. А, нет, защита. Так. А у тебя что-нибудь есть вообще? Демон. Три штуки. Кого-нибудь лечить надо? Мяч. Мяч. Так. Острый шлем. Это ДПП. Опа! Восстановление заклинаний плюс... Ничего себе, минуточку. Что у нас тут? А, ко всем заклинаниям плюс 3. Нет. А, ну да, тут ко всем заклинаниям плюс 3. Это только в Гнишан. Так, что еще тут просто интересно? Медитация, скорость атаки. Ну да. Нет, эти перчатки явно получше. Вот тебе не надо? Нет. Так, тут каменная кожа, скорость атаки, лажа. Так. Сударь. А. Ага. А вот, повреждение. Превосходно рукавица золы. Да. Ой. Подождите, как? Оружие 900? 200. Не понял. Как, подождите, как так? Он гладиатор, правильно? Спасибо. Я с радостью приму это оружие. Один момент. То этого наоборот все повышается. А этому ухудшается. Хе-хе, непонятно, как это так. Странно. Кстати, а так может ей эту штуку отдай? Нет, этим она не пользуется, да? И этим не пользуется. Она вроде как колдун. Ну ладно. Интересная тема с гладиатором. То есть он у нас типа чё? Тихо. Ух ты. Какие-то шуты. Так. Секундочку, минуточку. А, то есть... А, вон где. Понял. Так, а что, спуститься нельзя? Помогите! Снимите меня отсюда. Ай, блин. Да не ори ты, достал, блин. А, гори в адском пламени, не гори в адском пламени. Скройся в туман, блин, вообще. Ты же мне. Гори в адском пламени.
Ты видал за мной, какая толпа поддержки бегает? Я в одиночку-то вас всех, блин. Вот-вот. Сейчас она вам своими хилтами такое устроит, блин. Наша. Ой, не зарекайся, парнишка. Безумный двуручник, шуты. Так, может, откроем сначала? Да не, пойдемте. Какие-то шуты. Тишина. Ух ты. Собирай ты уже все. Угу. А, ну отвалили. А, ткань 19 левела? Ёх! Ой! Ой! Ой, елки-палки! А я что-то понять не могу. Окей. Понимаете, да, то что формально здесь вот уровень заклинаний, уровень, извините, ну, исполнителя 19. На всякий случай давайте сохранимся. Что означает, что я сильно опережаю игру. Проклятие, еще один прихвостник короля. Да, я воромошенник, но если вы пощадите меня, я вам заплачу, чтобы убедить власти моей смерти, может взять мое ухо. А-а-а! Но он вор и мошенник. Не, приятель, извини, конечно. Но нет. Так. Выбрасываем. Так, кому-то лечиться надо? Так, огненная кожа. Давайте, почему бы и нет. Так, безумные наплечники командора, гладиатор. Попытка была хорошей. Вопиющая сабля. Так, это мы выбрасываем. Угу. Вот, где она? Вопиющая сабля благочестия. Восстанавливает заклинание плюс 20. Ну-ка посмотрим. В смысле? Да, это я возьму. Я с радостью приму это оружие. Не, ладно. Не надо ей такое. Пойдемте. Понимаете, если бы он был сам по себе, ну, не знаю, в общем. Я, говорит, вор и мошенник. Ну, что ж поделать? Не, мока определенно наносит очень мощный урон. Теперь здесь стало спокойно. Да стой ты! Что, эй?
Я еще раз говорю, мне не интересуют кровавые эти. Кровавые бани. Стой спокойно, когда тебя убивают. Да, да, да. Ух ты. Крутящиеся клинки света. А вот и четверочка. Какая-то таинственная могила, главное. Да, при таком прикрытии мне, честно говоря, стало как-то повеселее воевать. Во-первых, можно быть уверенным, что твой урон так или иначе примут. А во-вторых, благодаря тому, что теперь же у меня достаточно быстро заклинания работ кастуются и вообще как бы, да, это... Это же любопытно. Все, запинали. Этот мок определенно, ну, весьма полезен, я хочу сказать. Единственное, вот я говорю... Найти какой-то... Но он... Видите, он воюет... Он рогами как-то воюет. Не совсем понятно, можно ли ему... Вообще хоть что-то дать. Может быть, конечно, в конце концов появится какое-то оружие, которое ему... Добавит атаки. Дрожащий амулет. Возьмем. Удорожающий амулет. Дорожающий амулет. Так, ну, еще чуть-чуть. По крайней мере, теперь, благодаря этому гладиатору, наш неизвестный воин не так легко помирает, потому что он все-таки не один. То есть уже как-то стало... Стремительный топор Рогатого. Слышь, Рогатый? Так, ну что у нас? Ну что, я всех поздравляю. Мы, в принципе, справились. А куда дальше-то? А, вот, да, сюда. Только как сюда попасть? Никто не знает, да? Ну нет, вообще-то... Вот тут, по-моему, проходочка есть. Вот тут мы еще не ходили. А. О, кстати, а ведь тут мы реально не ходили. Вульфдейл. Ну, я так понимаю, что сейчас у меня задача вот это вот осмотреть и вот это. Хотя бы потому... Вот неизвестный воин у меня так и держится. Что с ним надо сделать, понятия не имею. Так, ну ладно. Теперь здесь стало спокойно. Спокойней. Да, пойдемте зададим это задание. Та-дам-пам. Зачем мне твоя жизнь, приятель? Не хотят они со мной, так сказать, воевать. Жалко, ребят, на коней нельзя посадить. Вот это, конечно, немножко недоработка, я считаю. Блин, мне вот сейчас, я говорю, шерифа просто, мы ее когда доведем, я так понимаю, она от нас отвалится. Опять получится, что я один дальний убой. Мне бы какого-нибудь лучника еще в команду найти. Вот это было бы шикарно. Лучника, лучницу. В принципе, где у нас вот... Где у нас эти браконьеры были? Задания.
Цыганский табор. Вот здесь же, да? Охота на браконьеров. Блин, может к ней сходить? Может она пойдет с нами? После того, как мы тут все выполнили. Было бы неплохо, елки-палки. Хотя она там, помнится, слабой уже становилась, ну да. А ну гуляй. Что такое? Кустик мешает. Так. Шуты. Шуты. Здорово. Хм, он мертв и больше не причинит нам вреда. Но все равно жаль, он всегда хорошо относится к женщинам и не был жесток к мужчинам. Ладно, выполни свой долг. Вот ваша награда. Чё? Я что-то сделал неправильно. То есть, типа, его можно было пощадить? Стоп, это интересно. Подождите. Давайте его оставим в живых. Просто реально любопытно. Так. Правда, теперь ледяные осколки. О! Прикольно. А тут не вызывается, да? Давайте-ка сейчас быстренько вернемся. Это любопытно. Уйду, ребята, уйду. Уже ушел. Щенок-а. Да достали вы со своими, блин, закидонами, а. О, появились. Молю. Пробуем. Так вы говорите, грабитель мертв, хотя я не склонен вам доверять, предупредить вам на слово. Посмотрим, ведь он снова, а теперь бейте. Вы чё набежали, блин, идите на... А ну-ка поскакали обратно. У меня есть подозрение, что я сейчас еще одного себе цапну. Помощничка. Сейчас попробуем. Это интересно. Да отвали ты, блин, от своими связываниями. БДСМщики поганые. Так, сейчас проверим. Сейчас узнаем. Да ёп! Обращение!
Да выпусти меня, блин, а ты... Достали, блин, а. Да убей ты ее. Так, проверка. Просто если я сейчас его заберу с собой, будет очень классно. Извините. Что-то у меня тут лагануло. Не, народ, я нафиг. Убью его. Извините, конечно, но ты что-то, не знаю, фигня какая-то. Я сюда точно не вернусь ни за что. Можно было такой фигней не страдать, согласен, но надо было проверить, просто он как-то странно отреагировал. Типа, убил его, сожалеет, не убил, убирайтесь отсюда. Чё-то ерунда какая-то, блин. И так плохо, и так нехорошо, блин. Я скоро уже деньги собирать прекращу. Теперь здесь стало спокойно. Спокойно, да. Да отвали ты! Щенок, блин. Вообще никакого чувства самосохранения. За червя получишь. За червя получишь пятак, блин. Деньги я прекращаю себе. Ого. Ко всем способностям плюс один. Подожди-ка. Способностям. Это умение. Перевод неправильный. Против. Ай, ёлки-палки. Что-что? Процент каждому сопротивлению. Тут сопротивление выше, да? То... А, что-то у меня тут синие какие-то. Извиняюсь, белые вещи делают. Забыл выбросить. Бывает, бывает. Не, ну ладно. Апокалиптический щит славы идет лесом. А, ну разве что... О! То есть он все-таки использует их. Что мне с этим делать? Вы не знаете, что мне на самом деле нужно? Дайте мне что-нибудь получше. Что мне с этим делать? На, держи щит пока. Пусть у тебя... Смотрите, как он... Анимация щита просто бесподобна.
Шадар Римат, наверное, единственная тварь в игре, которая прям обладает реальным сопротивлением к огню. Блин, это настолько крипово смотрится, ну его нафиг, отдай. Блин, сопротивляемость сильно, конечно, добавляет ему. Ну да, 1500. Не, ладно, пусть будет. Криповенько, конечно. Место, которое я ищу где-то поблизости. Тум-тум-тум-тум. Все, давай. Где отсюда? Так. Ага. Че в итоге? Че в итоге? Но в итоге вариантов несколько. Сейчас нам надо ли вот это открывать? Я предлагаю все-таки вот эту часть открыть. Нам явно сюда. И кстати, точно, мы же можем вот сюда пройти. А потом вот этим лесом займемся. Потому что я уверен, его тоже надо уже надо открывать. В этом нисколько не сомневаюсь. Так. Так, тут у нас нифига нету никаких торговцев, ничего. Так что вдоль речки, айда, пойдемте, там где-то есть переход. Хотя, в принципе, можно и тут перебраться, на самом деле. Че, фигню маюсь. Переберемся тут. Да уж, щит, конечно, на этом буйволе смотрится очень странно. Но он добавляет ему сопротивляемости, так что это имеет смысл. А в глаз... тоже мне супермен супермен. Так, а я сюда залезть смогу, интересно. Хз, может смогу, еще попробуем, может удастся слегка. Ну да, пошел я в попу. Откуда у пёсика деньги? Так, вон там можно пролезть, да? Сейчас туда и пролезем. Может тогда в этот сходить, в город? Блин, неохота. Да ну неохота туда залазить сейчас. Неудобно. Ладно, в топку. Как какой-нибудь. Уж кто-кто. Ничего себе крепкий какой попался. Эликсир кого? О, здоровый наставник возьмем. Че еще? А. Это мусор. Икс, ну давайте смотреть. Здорово, песик. Прощай, песик. Удар молнии. Еще. Даже очень хорошо. Ну вот да, конечно, я ну никак не мог сюда телепортироваться, блин. Нет, ну с одной стороны, в общем-то, правильно. Было бы слишком, если бы мне тут везде позволяли телепортироваться. Тогда колдун и так имба, блин. А если бы он еще мог вообще залазить везде, где только может, своим телепортом, это было бы слишком серьезное преимущество перед всеми остальными персонажами. Может, конечно, у них тоже что-то такое есть. В принципе, вот по логике у вампира должно быть что-то подобное, если вдуматься. Но это же вампир. Он же может там во всякие тучки превращаться. Кто это? А, наемник гамоты. Это фигня. Черт с них, все эти их красивые щиты и так далее, они выпадают. Так что можно не париться особо. Здорово, чувак. Просто здравствуй и прощай. Так,
Угу, внизу вроде ничего нет. Опять эти дурацкие. Здесь бесполетная зона, приятель. Простите, он умер хрюкая. Забавно. Так, давайте-ка вместо вот этого поставим телепорт, потому что чувствую, он мне сейчас тут будет... нет. А, получилось. Вопрос, зачем это получилось? Выглядит так, как будто это нормальный кусок карты. Не просто какая-то шляпа. Да, слушайте. А может, я зря тогда спустился? Интересное кино. Принесите ему кто-нибудь сердце, а? Этому страшили. Мудили страшному. Страшила мудрый. Мудила, говорит, страшный. Может, страшила мудрый? Не-е-е. Да-да-да, я помню. Вы, ребят, очень радуетесь. Получи и распишись. Так, тут определенно что-то странное. Главное, такой закуточек, да? Который никуда не ведет вообще. Скажем так, он слишком большой для места, ну, для закутка, который никуда не ведет. Вот в чем проблема. То, что тут есть закутки, которые никуда не ведут, это, как говорится, известно. Мы с этим уже сталкивались. Но одно дело небольшой закуточек. Другое дело, когда такая гигантская хрень, блин. Хрень, блин. Ага. Что-то мы исследуем, куда-то мы идем. Здрасте. Мы что-то нашли. Ой, даже так. Пещера. Ну, пусти, блин, что ты вцепился в этот? Как все спустит? Угу. Ой, скелеты. Как же я люблю скелетов. Да сдохни ты, ядрит, ты в корень. Ты щит. Ребят, давайте разберитесь с ним, а. Повезло. Ага. Слышь, ты, Белтаня, блин. Колдуй куда надо, а не куда хочется. Нам. Так. Ух ты. Какой-то безумный щит славы. Именно безумный. Было бы странно, если бы он был разумным щитом славы. Это ж щит. Беда, блин. Лежать. Так, что же это за место такое странное?
Большая такая достаточно гробница. Лежать. А я говорю лежать. Ну и что хотите сказать? Вот это все, что вылезло из гробницы. Один долбанный призрак и все? Офигеть, блин. Что-то мелковато. Так, вижу хрень. Откуда ты взялся? Понятно. Еще несколько скелетов. Так, тут повезло. Здесь нет. Че, уже? Уже будильник. Уже будильник. Ладно, тот скелет пусть живет, ну его нафиг. Но мы нашли какой-то меч славы. Прости нас, Слава, что мы твой меч забрали. Ну тут уж извини. Нехрен было его в гробу-то оставлять. Так, меч Славы. Ну что ж это... Слава. Приятно. Так, безумный щит Славы. Интересно. Ну так. Очень рад сейчас освещение, но это все фигня. Это тоже ерунда. Так. Давай смотреть. Сопротивление магии ментально. Ну это понятно, это я все улучшу. Одна защита. А здесь сопротивление стрельки 80. Основное заклинание плюс 40. Ага. Каменная кожа плюс 2. Сопротивление яду плюс 20. Тогда свой чит отдать кому-нибудь из ребят, да? Например. Либо Минотавр, либо еще. Так, слушайте, хорошо. Хороший щит. Мне определенно нравится. Я его возьму. Надо будет только добраться до этого. До кузнеца. Так, тут ничего. Шанс найти, нанести открытую рану. Кстати. Нет, вы кольца не носите, да? Никто не захотел от меня принять. Ага. Смотри-ка. А, интересно, ну-ка. А где щит? Оу. Интересно. Здесь. А эти больше дают. Серафим. Скорость атаки. Любопытно. То есть шипованная рукавица ему дает очень хороший такой. Ну, то есть нет, не хороший. Хуже. Интересно. Значит, все-таки дело тут в самих рукавиц. Ладно, давайте. Сейв. Небольшой, опять же, перекурчик. И после этого еще одну серию сегодня запишем. Перерыв.